Всем здорова, народ, вы на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем играть на МТА Провинции. Сразу же хотел бы вам сказать то, что я играю на четвертом сервере, мой ник Адамс Мачини. Если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, либо же по закрепленному комментарию, регистрируйся на проекте МТА Провинция, скачивай лаунчер, заходи на любой из 7 серверов и начинай развиваться вместе со мной. Ну а в прошлых сериях, ребят, как вы знаете, я купил себе Ля Феррари. Потратил на этот автомобиль, я его купил в салоне, потратил 77 миллионов. И теперь пришло время его тюнить. На самом деле, я прям с нетерпением ждал тот момент, когда я его начну уже как-то внешне видоизменять. Ой, а что-то громко. Не знаю, как у вас было, ребят, сейчас. Ну, у меня прям громко было. Так вот, его нужно видоизменять. Конечно, в красном цвете он смотрится божественно, так он должен смотреться. Но сегодня Алиса сделает из этого автомобиля настоящую пушку-гонку. Ну, а кто еще должен был это делать? Потому что прошлая рубрика, прошлое видео с этой рубрикой, ребята, вам очень зашло. А там в районе что-то 700 или 800 лайков даже под серией этой вышло с доджом. А спасибо вам огромное, ребята, за такой актив. Под этой серией, я надеюсь, вы тоже наберете достаточное количество лайков. Тогда мы продолжим эту рубрику. Надо поехать в банк. Я думаю, снимем ляма 2-3. Этого должно нам хватить на тюнинг. Ой-ой-ой, лагучий пазик, надо его объезжать. Так, ребята, мы подъезжаем к Hustle Custom, что не знаю, так называются здесь в провинке тюнинг-центр. Ну, по крайней мере, тот, который в Приве стоит, точно так называется. Я помню, Hustle, суета туда-сюда. Значит, запомните ляпу вот такой, какой она есть сейчас, потому что вы видите ее такой в последний раз. Начинаем мы, естественно, с подкраски. 5 типов краски у нас. Давайте выбирать сразу. Итак, Алиса, назови число от 1 до 5. Число 5. Хамелеон. Ёбаный в рот. Хамелеон. Серьезно? Нет, ты сейчас серьезно, Алиса? Хамелеон? Ты хочешь, чтобы я купил хамелеон за 500 тысяч? Это же... На что я трачу деньги просто? На что я? 500 тысяч сейчас просто уходит на хамелеон. О чем вы, блядь? Просто. Ну вот просто с куста. Хорошо. Хорошо, Алиса. Без проблем. Давай дальше. Алиса, назови число от 100 тысяч до 1 миллиона. 678. Почему бы и нет? Ну, почему бы просто и нет, да? Правильно, Алиса, почему бы и нет? Почему бы, ну... Какая? Она сказала 600378. Я знаю, что там есть еще буквы, ребята, но я еще не знаю, как буквы ей говорить. Она не понимает буквы, это только цифры воспринимает. И вот поэтому мы только цифрами и написали. Она дала вот такой вот код. Вот такой вот у нас цвет получился. Заебись. А хорошо. Хорошо. Алиса, назови число от 1... Ой, фу. Фу, блядь, не называй. Алиса, назови число от 100 тысяч до 1 миллиона. Выпало число 420836. 420836, ребят, сейчас мы будем красить салон. Ну, кстати, ну, салон получился не сильно выделяющимся на фоне вот этого пиздеца, конечно. А, в корзину 520 тысяч уже выходит все это. А прикиньте, она нам его не заколхозит, а набор сделать стильным. Хорошо. Так, теперь мы выбираем тонер, ребят, на 4 вида тонеров, то есть на все, только лабаш, только двери и только зад. Только, хотя тут, что тут красится сзади? Вот это интересно. А, ну красится? Да, прикольно. А, хорошо, выбери число от 1 до 4. Выпало число 2. Как и с даджом, ребята, у нас выпадает число 2. Красим только лабаш. Окей, без проблем. Так, здесь, по-моему, 8 цветов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7... 8, да, 8 цветов, давай. Алиса, выбери число от 1 до 8. Число 1. Черный тонер, ничего себе. Нормальная тема, да. Только, правда, блять, только спереди, к сожалению. Но, в принципе, пока что мне нравится. Так, фар здесь, если я не ошибаюсь, 12 тоже. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, да, 12 фар. Алиса, выбери число от 1 до 12. 10. 12, 11, 10. Фиолетовые фары, Алиса, ты чё, реально? Ну, у нас сейчас только косяк с лабашом, а так, в принципе, оно все в одном таком стиле фиолетовом. И...
Морозь вообще четко неплохо. Так, колес, ребята, колес надо посчитать. Сейчас я посчитаю вам и скажу, сколько их здесь. Здесь, ребят, 35 колес, если не учитывать первый, а первый мы учитывать не будем, потому что я хочу поставить на нее какие-нибудь лютые дисочки. Так, давайте, говорим. Алиса, назови число от 1 до 35. 4. 4. Раз, два, три, 4. Какой-то пиздец. Варштайнеры? Что? Алиса, что ты выбрал? Какие, блядь, варштайнеры? Тебе беды? Ну реально, какие варштайнеры? Ты что, серьезно? Ладно, сейчас самое интересное начнется с настройкой. Вот насчет этого мне посоветовали одну тему. Делать не по 10, а типа 3. То есть вот это 1 было бы, это было бы 2, это было бы 3. И на самом деле эта идея мне нравится. То есть мы не будем тут вымерять 2, 3, 4, 5. И, а так зато самый вот... из крайности в крайность. Я думаю, кто не смотрел прошлую серию, объясню подробнее. Раньше как мы делали? Называли число от 1 до 10, если, допустим, выпадало 3, то 3 мы считали где-то вот тут. Вот, да, там, допустим, выпадает 7, это где-то вот тут. 5 это посередине. Теперь всего 3 числа, 3 цифры будет. Алиса, назови число от 1 до 3. Выпало число 1. Вот такой вот радиус. Окей, без проблем. Ширина задних колес. Выбери число от 1 до 3. Выбери число от 1 до 3. 2. Выбери число от 1 до 3. Число 1. Выбери число от 1 до 3. 2. Она просто издевается. Вы посмотрите, что она сделала. Она задние колеса сделала узенькими и утопила их внутрь, а передние оставила дефолтными. И вы... Что это? И при этом радиус она изменила. Боже, ляха, за 77 миллионов, что я с тобой делаю? Блин. Уже на лям тюнинг, если что. Уже тюнинг на лям. Вы вообще представляете себе? Тюнинг на лям. Так, тип краски. Теперь красим диски. Это пиздец, ребята. Алиса, назови число от 100 тысяч до 1 миллиона. Число 299 657. Зеленые, блядь, зеленые. Зеленые, сука. Так, раз. Давайте. Алиса, назови число от 100 тысяч до 999 тысяч. Надо было до миллиона сказать, но не важно, ладно. 456 317. Одна херня, все равно колхоз получится. Зеленый, кстати. Она оттенки правильно подбирает, вы видите, да? Ну и последняя, гаечки эти тоже давайте сделаем. Алиса, назови число от 100 тысяч до миллиона. Число 887 584. 808, что там? 887 584, я правильно писал. Белые. Ну, да, даже красить их не буду, потому что там цвет не отличается, зря бабки только потрачу. Так, что у нас тут осталось? Значит, это я не покупаю, а ну-ка. Такс. А чё сбилось? А чё... А, всё нормально, ребята. У меня же тут у Алисы всё записано. Сейчас я напишу опять эти цифры. 299. Окей. Теперь. Настройки резины. Мы какую-то хрень сейчас должны на неё нарисовать. Значит, стандарт мы тоже оставляем, потому что это всё-таки тоже вид имеет. Сейчас я посчитаю их, ребята, и включусь. Здесь, ребята, 26 штук, с учетом последней вот этой за 500 тысяч. Я надеюсь, она мне не выпадет. Правда, я не хочу ничего писать. Вообще желания никакого нет. Алиса, назови число от 1 до 26. Число 1. Да ладно, мы что, писать здесь не будем? Серьезно? Ты че, Алиса? С чего ты такая добрая? Хотя тут, в принципе... Не, давайте исключим один. Подождите, я хочу, чтобы что-то тут было. Что, мы колхозим или нет? Алиса, назови число от 1 до 25. Число 24. Чтобы вы понимали, я исключил стандарт. И получается, 1 начинается отсюда. А вот это 25. И она выбрала 24. Оффроуд! 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 Что? Что? Какой оффроуд на ляху? 1 200 000 тюнинг вышел. Что я делаю? Что я делаю? Так, а я, по-моему, все. Да?
1 222 000 выходит тюнинг. Фары. Фары стоят, да? Да, фары стоят, тонер есть. А, кстати, почему-то тонер в круг. У меня же только, по-моему, только передок был, нет? Я помню, что я только передок, я же еще об этом сказал, что, в принципе, все... Или в круг у меня был, блядь, я даже не помню. Нет, у меня был только перед, я же еще сказал то, что как у даджа. Да? По-моему, да. Я, по-моему, это... Да, что-то такое я сказал, то, что еще как у даджа у меня было. Да, если как у даджа, то значит только перед был. Все! Просто сейчас стояла в круг, и я не понял, почему. А так-то она... Хотел сказать, хорошо выглядит, потом посмотрел на колеса и такой, да-да, хорошо она выглядит. Ой, как хорошо выглядит. Вообще, просто лучшая машина, лучшая просто. Ну, ляха, 77 миллионов, ребят. Так, я хочу уже на ней прокатиться. Все, значит, вот у меня здесь все, ребята, вы можете все посмотреть. Я не знаю, почему, кстати, оно не высвечивается. Странно, баг какой-то. Но я нажимаю «приобрести за...» 1 222 500 рублей Алиса протюнинговала. Тьфу, ты какой протюнинговал? Заколхозила нахер мою. Хорошо звучит, мою. Чё я мою, никто не знает. Мою ля Феррари. Сейчас найду. Кого-то там ищешь, чё, больная, что ли? Ищет она, я покупаю из-за тебя. А, заколхозила мою, хорошо, мою, значит. Она там что-то записала вообще свое, у нее беды какие-то. Выезжаем, ребята, я хочу увидеть реакцию игроков. Вот сразу же первый игрок, давайте посмотрим на его реакцию. Посмотрите на ляху. Посмотрите на ляху. Привет. Как тебе ляха? Он пока ушел. Мне кажется, он охуел. Да уж, дорогая эта игрушка. Как тебе ляха? Я же заикаться начал. И сколько обошлось? Вот ради этих эмоций нужно это делать. 1 200 000 Сколько? 1 200 000 Тут сколько? Только один хамелеон 500 000 стоит. Бля, посмотри на задние колеса. Посмотри на этот стиль. Я понимаю. Оффроуд. Подожди. А чё колеса кривые? Мне кажется. Чё они? Бля, реакция игроков это что-то счет. Вот ради этого нужно это делать. Мы сейчас на БУ поедем. Меня сейчас засунут там, я отвечаю. Почему они внутрь как-то ушли? И они почему такие маленькие? То есть рамка тут огромная. Это... Господи, купи, пошёл. Ты посмотри на... Ты смотри, какой у меня тонер классный. Охуительно, спереди ни хера не видно, зато сбоку. Никто не докопается. Да, это бублик, пацаны, как вам ляха? Бля, слушай, охуенная. Ты ролик записываешь? Слушай, брат, а ты не будешь на нее номера ставить? Нет, зачем? Че, опять с Алисой делал? Да. Заметно? Заметно, да. Диски на ляфу. Оффроуд! Ты ролик записываешь, да? Да. А мы в ролик попадем? Да, попадете, пацаны, можете передавать привет. О, мама, я в ютубе. Бублик, давайте цветы подарю, а ты меня на роли. Да я тебе и так добавлю, может, вы мне лучше давайте и скажите, как вам ляха, что вот оценки ставьте, что вам тут нравится, что странно. Смотри, мне нравится что? Мне нравится цвет. Оффроуд, например. Цвет мне нравится, цвет вот. Цвет сюда подходит, а вот... Только я не понимаю, ты или подкуренный, или выпил? Почему у тебя колеса? Так он с Алисой делал. Алиса, Google, ёпта. То есть то, что там написано оффроуд, они зеленые, тебя не смущает. А еще вообще эти диски варштайнеры стоят на Феррари, да все нормально. Ну что-то просто они какие-то у тебя неровные. Да ты шо, зато ты можешь, блядь, по бездорожью хуярить. Ну теперь да, и никто ничего не докопается, у меня оффроуд. Не-не-не, это ЕПП машина, все по факту, то есть ЕПП. Так, ладно, пацаны, давайте, я поехал на БУ, пойдем посмотрим, что там. Стой, Бубик, один вопрос. Как? Почему не Бугатти? Потому что Фера мне по внешке больше нравилась. Все, понял. Давайте, давай. Удачи. Я жду в ролике себя. Хорошо. Так, лайк поставлю. Давай. Короче, подписчики нашли меня очень. Пизда мне. О, Блейк, зачем? Я же захуею. Не надо, давай расход. Тут, блядь, дорого. Давай расход. Давай. Короче, ребята, я даже выехать толком не успел. В нее уже врезались. Мне кажется, это знак для этой машины, что не лучше не ездить. Мои мысли. Она едет все так же хорошо, вроде бы. Посмотрите сзади, что это? Надо выключить, чтобы...
Спереди, ну, я не знаю, колеса испортили все. Просто все. Особенно задние. Они узенькие. Если еще ее занижать и завышать нельзя, ну, понятное дело, почему? Потому что разработчики, ну, специально... Она и так низкая, куда ее еще, типа, ниже занижать, а если ее завышать, то это колхоз просто ебаный получится. Сделали так, чтобы люди не могли сделать колхоз, типа, ну... Это стиль. Если вы хотите погоню на этой Феррари, я жду от вас максимальный актив в комментариях. Прям вот заспамьте мне комментарии, то, что вы хотите погоню на этой Феррари. И я жду от вас просто колоссальное количество лайков, потому что полный ремонт этого автомобиля без страховки стоит 220 тысяч. 220, мать его, тысяч. И я хочу устроить на нем погоню. Понимаете? Я причем хочу не просто абы какую, просто поймать одного полицейского. Надо будет прям договориться с каким-нибудь там отделом, прям отдельно, чтобы целая, ну, огромная такая арава поехала. Ну, короче, как РПшку устроить, поняли, ребят? То есть не то, что это будет постановочный ролик. Естественно, если меня поймают, меня лишат прав. Но сам факт то, что соберем просто массовку. Если вы хотите, если что-то такое произошло, я под этим видео жду 1000 лайков. И именно вот то, что вот будет, то будет. Ну, 1000, ладно, 1000 это я, наверное, загнул. Не знаю, наберете вы или нет. Ну, хотя бы лайков 700-800 точно должно быть. Хорошо. Так, значит, едем на БУ. Смотрим на реакции игроков. Капец, сколько здесь людей. Мне стыдно сюда заезжать. Сейчас будет просто дичь. Сейчас будет просто... Ёптаю. Сейчас мы подъедем, в центр встанем. Чтоб люди вообще охренели. Че, уже была рубрика, это Алиса, да? Как тебе? Нормально, диски вообще зачет. Диски топ, да? Нравится? Да, да. Оффроуд. На ляху. Как тебе оффроуд? Я говорю... Да, да, братан, ты правильно понимаешь, как тебе? Я говорю это, а какой вылет охеренный? Вылет вообще четкий, да? Это типа сделали самоделку, да? Это, да, это понял, короче, здесь основа вообще от семерки, я просто сверху наложил на нее, как на Феррари. Так, пацаны, значит, рассказывайте, что вам тут нравится, что не нравится, смотрите, какой салон красивый. Ну, кстати, вот не понял, что стоит. Ну, короче, если не смотреть на колеса, в принципе, получилось неплохо. Я тоже так сказал, что если ее сфоткать как-то сверху, да, чтобы колеса видно не было, то получилась неплохая машина. Ну, с 5 километров будет нормально. Блять, оффроуд. На ляху. Я не хочу даже с ней заезжать. Ух, ля, чё за тачка? Как вам, пацаны? Когда, а теперь лабаш нормально, да? В тонере, да? Да, именно лабаш. Это какая-то у Алис любовь именно лабаш тонить. Но в этот раз хотя бы черный. Там они не черный, там фиолетовый, по-моему. Да, там фиолетовый был. А тут черный решила. Не, колеса пушка, варштайнеры, как вам? На самом низком профиле. Заебатые, блядь. Зелененькие. Она еще, смотрите, как оттенки подбирает. То есть она выбрала цвет машины такой фиолетовый, салон фиолетовый. Диски зеленые, и внутри диска тоже зеленый. Видите, как она прям чувствует стиль. Ну, кстати, салон прикольный. Лях не продается. Салон реально кайфный, да. Но вот салон это единственное, что у нее получилось. Пацаны, давайте, по традиции, давайте оценочку от 1 до 10 по колхозности. Чисто по колесам все. Если несмотря на колеса, нет, с колесами, с колесами, все вместе. А с колесами, ну, блять, ну 6-7 где-то так. Я не знаю, эти колеса убили все, особенно то, что сзади, они внутри. А вы знаете то, что спереди она вообще не трогала? Спереди они дефолтные. А она только задние, она их сузила на максимум и утопила на максимум внутрь. А передние вообще не трогала. Ой. Капец, ты чё за фаршпачил тачку-то, Алиса, что ты сделала? Я не виноват, оно само как-то получилось. А какой-то там? 220 тысяч. Не пойдет. Нет, там в этом было написано, в салоне. А ты проверил, правда или нет? Нет, спасибо, не хочу. Проверять не надо. А, пацаны, как вы думаете, во сколько обошелся тюнинг? С твоим X5. Миллиона два. А, нет, больше.
Да меньше, вы чё? Какие? Вот давайте, пацаны, нет. кто сколько думает? Два. Вот давайте, кто будет ближе всего к ответу, столько перевожу сразу же. Лям 4. Миллион 800. Один ответ, можете? Только напишите его. Не-не-не, напишите один ответ, я посмотрю. Что происходит? Лям 400, 1,8, 1,7. Все, все, я увидел. Ближе всего парень, который написал 1,400. А, стоило лям 220, ребят. Лям 220. Говори банковский счет. Чек говоришь? Пожалуйста. 952, 022. Столько, блядь, нормально. Бублик. Отправил, принимай. Спасибо большое. Все. Все, пацаны, все, давайте, короче, пацанчики, всем удачи, я погнал. Спасибо. Был бы я гетеросексуал, я бы на такой ездил. Был бы я гетеросексуал, я бы на такой ездил. Передаю привет Артему Соловару. Хорошо. Все, ладно. Это турнир, только передняя колеса. Да, это нормально. А то, что у меня сзади колеса внутри, тебя нормально, да, не смущает? Варштайнеры зеленые с надписью Off-Road, вообще покер. Только тонер смутил пацана. Говорит, ну тонер спереди, такая фигня какая-то. Короче, ребята, вот такая вот была реакция игроков. Даже, наверное, она была поинтереснее, чем тогда реакция с даджом. Ну, тачка привлекает внимание, это прям 100%. Прикольно получилось, если на диски не смотреть. Ну да, я тоже говорю, что если диски не смотреть, потому что фары фиолетовые, салон фиолетовый, она, в принципе, тоже такая фиолетовая, и стиль определенно есть, но колеса это просто, они портят все. Устроили также, ребята, мы такой мини-розыгрыш, там, кто сколько угадает, столько окинули пацанчику. Думаю, то, что в следующих сериях этой рубрики также буду делать, то есть, кто будет угадывать ближайшую сцену, буду перекидывать ему деньги, может, в следующий раз даже больше сумма будет. Ой, вообще надо бы уже заканчивать, но я не знаю, я хочу еще просто немножечко покататься на ней, ребят, насладиться этим. Ну, это дичь. Реакция игроков это что-то с чем-то, это бесценно, реально. Я только ради этого готов это делать, как они все там такие, какое говно, что ты сделал с этим. Начинается, у всех сразу настроение поднимается, это реально круто, это весело, это прикольно. Кто-то говорит, зря деньги потратил, вообще, просто, что Алиса с этим сделала? Кто-то говорит, что стильно получилось, ну, оффроуд, это оффроуд, блядь. Вы прикиньте, на ля Феррари оффроуд, посмотрите. Я уже не знаю, я восхищаюсь этим автомобилем, спасибо рубрике с Алисой. Короче... А? Давай драк сделаем. Давай. Короче, ребят, давайте драк напоследок с пацанчиком на Ешке заедемся, он хочет драк. А, вот, и будем заканчивать, вот как у нас сейчас заезд закончится, мы с ним закончим. Поехали. Как так? Ну, с багом. Ну, я сейчас уйду. Я быстрее набираю максималку. Пиздец, блядь, ёбаный в рот, нахуй я согласился, блядь, ну сука, ну пиздец. Охуенное завершение видео, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, надеюсь на бешеный актив под этим видео, потому что, ну, погоню, вы шутите на этом автомобиле, я хочу, например. Все, ребята, всем удачи, всем пока-пока. Ха-ха-ха-ха, пизда. Ну сколько? 90 тысяч, Bitch, I wanna party like